Привет слушателям, это Билл Корвин с радио «Свободная Земля» с новостями. В текущем наступлении в Тунгуске бойцы АОС были отброшены до Иркутска. Тем временем прошло 4 недели, как Франция находится в оккупации, и мы стали получать сообщения от местных ячеек сопротивления о том, что они начали налаживать связь. Я собиралась вести подкасты в Альфа Центавре. Я уже все распланировала, даже купила оборудование. Я был поваром, ничего такого, я просто любил готовить. Хотел ли я быть солдатом? Да нихуя. Я хотел быть рестлером. Или порнозвездой. Или и тем, и тем. Я изучал лягушек. Это удивительные существа. Я говорил им, что там кто-то есть, но мне никто не верил. Знаете, что забавно? Я была пацифистом. Правда в том, что им плевать, кем мы были, кем хотели стать. Для них мы лишь рабы. Они думали, что будет легко. Не на ту, суки, планету напали. Твою, ты стал еще уродливее.